Дима, кто это? Дима, что это? Как это вообще? Это правда. Ирочка, в твоем случае это доказательство существования Бога. Ну, и зачем нам эти штуки-базуки? Ириш, ну ты же постоянно жалуешься, что после корпоратива к тебе хотят подойти познакомиться, сфотографироваться. И что? Ну все, Добби, ты свободен. Дима, Дим, ты сейчас соображаешь, что говоришь? У тебя мозги есть? На, он орешков поешь, может прибавится. Что такого может делать она, чего не могу делать я? Ну я прям даже не знаю. Дима,